Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал «Закрайс». Сегодня я приехал посмотреть, ко мне едут вновь очередные люди. Вот по делам. Хотели снять апартаменты потенциальные, определили характеристики, которые нужны. Апартаменты чуть выше классом, чем я обычно рекомендую. Вот. Для приезжающих однобедрум на эти немножко стоит чуть подороже, но и уровень сервиса, соответственно, тоже чуть побольше будет. Располагается на первом этаже. Это не цокольный этаж, а полноценный первый этаж, который идет вровень с гольф-полем. То есть апартаменты прям выходят на гольф-поле, что очень удобно. Такой некоторый английский пафос. Итак, однобедрумный апартамент, приблизительно 70 квадратных метров. Прям при входе очень удобный шкаф для одежды. Крайне редко вот в американских апартаментах продумано, что вошел, сразу можно было одежду вешать. Вот у меня, к сожалению, в моих апартаментах такого нету. Сразу же большая зала. Люди, которые сейчас снимают, планируют в конце месяца переезжать. Чем плюс этих апартаментов? Компания, которая занимается управлением их, предлагает контракт как на 12 месяцев, так и на 6 месяцев. Единственное, только будет разная цена. Если вы арендуете апартамент на 6 месяцев, цена будет $750 в месяц. Если на год, то 720. И прям сразу оказываетесь на гольф-поле. У нас сейчас самый-самый конец февраля. Буквально через месяц это все будет зеленое-зеленое. Ну, а здесь можно организовать такое патио, сидеть, жарить шашлыки и вообще культурно отдыхать. Очень удачно здесь все это сделано. Вот. Ребят, которые здесь живут, хотят апартаменты передать уже следующим жильцам со всей мебелью, со всей начинкой, так что это очень большой плюс. Вот. То есть диванчики и все это останется, даже телевизор. Прям по курсу у нас ванна. Обычно стандартная американская ванна. Чистенько. И еще шкафчик. И дальше проход в спальню. Здесь гардеробный шкаф. Кровать king size и еще зеркало. Вот тоже отдельно здесь сделано еще умывальник, где можно заниматься макияжем и всем прочим. Большая такая спальня, очень большая. Шкафчик. Вот такие апартаменты. Еще раз повторю, если снимаете на полгода, это получает $750 в месяц. Если на год, 720. Ну, естественно, сбор $50 applications form, это проверка вашей криминальной истории и ваших всех данных. В комплекс апартаментов входит спортзал, крытый бассейн, это очень удобно. И отдельно вы будете платить коммуналку за использование электроэнергии. Здесь отопление не газовое, электрическое. Вот. Плита тоже электрическая. В общем, такие приличные апартаменты. Прям выходит на гольф-поле. И очень весьма приличный район. Для тех, кто любит задавать дурацкие вопросы,
Такого рода квартиры не продаются. Такие комплексы апартаментов строятся исключительно для аренды. То есть компания строит целый комплекс апартаментов для того, чтобы сдавать их. Квартиры, может быть, продаются подобного плана только в более крупных городах. То, что, например, у нас в городе они не востребованы. Вот. Так что вы вопрос эти не задавали, сколько бы стоило купить такую квартиру. Они просто не продаются. Вот. Для того, чтобы постираться, прямо соседняя дверь – это ландри. Очень удобно. Обычные стандартные американские вот стиральные машины. Четвертак скармливайте и моете, и сушите. Очень удобно. Прямо никуда далеко ходить не надо, ни в какие корпуса. Yeah.